хотел здесь посмотреть музыкальную школу. Сейчас приезжаем, вот это серое первое здание — налоговое. Второе здание — это художественная школа. Между ними красно-кирпичное здание соцзащиты. И вот это музыкальная школа. Рядышком. Пожалуйста, вот Всемирная академия самбо. Поверните налево. Дальше лес. Дальше Кстовский лес, да, тут вот новые дома. Кто пишет, что Кстово не меняется? Очень даже меняется. Солнышко, улица зеленая. Светофорчик. Нет, не надо. Когда раньше Ксюша ходила в школу, я бы поставила здесь светофорчик. Для своего маленького ребеночка. Что-то столб здесь как-то накренился. Такой малышечке разве не нужен светофор? Нужен. Впереди торговый центр «Восторг», в котором открыли МФЦ. Где можете оформлять все свои документики, совершать всякие всевозможные сделки.